Стыдливость – это похвальное качество, удерживающее человека от неподобающего поведения и недостойных поступков. Кроме того, стыдливость – одно из ответвлений веры. Абу Хурейра передает со слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-Иману бид'у ва саб'уна шу'ба, фа-афдалуха кавлу ла илаха илляллах, ва-аднаха иматату л-аза ани т-тариq, вал-хаяу шу'батун мин аль-Иман». Бухари, в Муслиме передается хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Вера, аль-Иман, имеет более 70 ответвлений». Наилучшие из них слова «Ля Илляха Илляллах» – «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Субхана Ва Та'аля». А наименьшее – устранение с дороги того, что мешает проходить людям. И стыдливость – одно из ответвлений веры, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел одного человека, который упрекал своего брата за излишнюю стыдливость. То есть очень стыдливым был. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал, «Да'аху фа инна л-хая мин аль-иман». «Оставь его, ибо поистине стыдливость от веры». Передается в Бухари Муслим. То есть чересчур был стыдливым. «Оставь его», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «ибо это от веры, от имана». Получается, приведенные хадисы подтверждают, что стыдливость – это благородное качество. Также имам Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад бин Абу Бакр сказал, рахмахуллах, чем больше наполнено жизнью сердце человека, тем он стыдливее. Недостаток стыдливости – смерть для сердца и духа. Чем живее сердце, тем больше стыдливость. Стыдливость – качество побуждающего человека оставлять все скверное и мирское и соблюдать права всех, имеющих право должным образом. –